Сейчас я подхожу к руинному мосту, так он называется. И, возможно, такое название ему дали по тому, что где-то здесь поблизости была Меншикова руина, то есть тот дворец, который строился при Меншике, да и не достроился. Вот. Но я думаю, что дело вовсе не в этом, а просто это дань романтизму. Руинные, ну, псевдоруинные сооружения были популярны в свое время и показывали, ну, как бы старинность парка, там, романтичность, какой-то интерес и так далее. Вот, вот мост украшен 4 вазами из кудовского камня, а в его бортике там есть углубление, насыпана земля и высажены цветы. Вот. Перилки сделаны из березовых стволов, и получается, в общем-то, очень нарядно и красиво. Мост переброшен через овраг. Сейчас посмотрим, что там внизу. Там внизу, по-моему, течет ручей. Вот. Вот такая высота. Вот такой ручей. Вот мост такой красивый, интересный и нарядный. После реставрации он открыт всего лишь в 2008 году, то есть относительно недавно. Во время войны от него уцелила, ну, примерно четвертая часть. То есть вот по образцу и подобию он был восстановлен. Так, а если вот отсюда посмотреть, то тут должно быть видно ту беседку или пергову, или мостик, по которому я проходила. Сейчас я попробую его найти. Ой, ну зелень мешает, но вот, вот примерно вот здесь она, вот ее, так сказать, крыша. Сейчас я пройду к фермерскому дворцу.